Кататься самому интереснее, чем наблюдать за другими. Теперь у мальчишек и девчонок из Ленинского района есть такая возможность. За центром детского творчества сегодня открыли хоккейную коробку. Новенькое спортивное сооружение в ведении администрации передал депутат областной думы Александр Сидоренко. Перед выборами жители просили сделать хоккейную коробку вот именно для этого микрорайона. Здесь столько много детей. И так здорово, что сейчас вот молодые ребята, юноши и девушки могут вот заниматься спортом на свежем воздухе. Я думаю, что и родителям, и бабушкам, и дедушкам приятно, когда они знают, что они на улице занимаются полезным делом и не ютятся по подворотням. Время работы площадки с 8 утра до 10 вечера. За ледовым покрытием регулярно будут ухаживать. В округе несколько многоквартирных домов, центр детского творчества, а спортивной площадке здесь мечтали давно. Раньше на месте коробки был пустырь. Теперь будем покупать коньки, придем, будем кататься. И это все для наших детей. Мы очень рады, мы очень довольны. Нам хорошо, ребенка катается здесь. Радует, это уже для нас радует. Сегодня в Ленинском районе открылись сразу три хоккейные коробки. Еще вот это у 108-й гимназии и в Солнечном у 61-й школы. И что особенно приятно, все на спонсорские средства. Теперь в самом большом районе Саратова 16 коробок. Ксения Перекосова, Алексей Чудин, новости, телеобъектив.